Всем привет! Сегодня мы будем делать поделку из пластилина на 9 мая. Нам понадобится подложка, я возьму диск и пластилин. Вначале сделаем общий фон, выбрав голубые и темно-синие цвета. Отрываем маленькие кусочки и постепенно размазываем по диску. Наш фон готов. Далее выбираем красный пластилин. Скатываем небольшую колбаску и скручиваем ее цифрой 9. Далее начинаем работать над букетиком цветов. Это будут 3 гвоздики, символ победы. Берем зеленый пластилин, скатываем 3 небольшие колбаски. Это будут стебли наших цветочков. И формируем листья. У мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Ни ночи битву трудную бери. Далее из красного пластилина начинаем делать лепестки для нашей гвоздички. Отрываем небольшие кусочки, скатываем сначала шарик, потом делаем лепешечку и стеком надавливаем прожилки, чтобы лепесток был не гладкий, а фактуристый. И скручиваем лепестки, формируя тем самым бутон цветов. Таких красных лепестков нужно сделать не менее 3 штук. Чем больше лепестков в цветочке, тем этот цветок будет пышнее и красивее. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом права. Добавлю в нашу композицию еще георгиевскую ленту. Для этого нужно скатать 2 оранжевые колбаски и 3 черные. Далее формируем ленту, обрезаем концы и можно накладывать на нашу композицию.